Запуск трактора. Плюс 1 градус. Всем привет! На канал Тракторист Ливи ТВ. Сегодня 28 декабря 2019 год. Зимняя погода на моем тракторе МТЗ-82. Сегодня ночью у нас падал снег, сейчас продолжает. Нам надо спахать 2 огорода, один на поле, один в селе. Здесь и 20 соток, там где-то 5-7 соток. Продолжаем погоду с блокировкой и на 6-й передаче. Униженной. И включенный передок. Все сделал, трубку заварил. Все поставил, ничего не печет. А вы меня поддержите лайком и подпиской. Всем спасибо. Приятного просмотра.
лети. Моя душа по памяти, ее одну прошу найти, чтобы вновь в моем сердце приснулась любовь. Мы в жестоком мире, в поисках любви, потеряли веру, даже если разрушили.